Друзья, всем привет! Сегодня выгнал и цыпляток. Вот, солнышко им сюда светит. Нормально. Но я их сегодня, друзья, выгонял туда на улицу. Ну, туда, где все бегают, в общий двор, где утята, козлята. И пришлось назад загнать их. Потому что петух начал их обижать. Именно цыплят. Наверное, он что-то хотит от курочки. И начал цыплят клевать. И поэтому пришлось их загнать сюда. Ну, оп-оп-оп, прибежала. Но пока, друзья, козы на улице. У коз все почистили, поубирали. Пока соломки не подстилаю. Окно открыл, на улице хорошо тепло, чтобы тут им свежий воздух заходил сюда, ну и просохнет немножечко у козочек. Так что нормально. Думал уже цыпляток туда оставлю, пока погода хорошая передается на несколько недель. Но не получится, пока еще цыплята будут здесь. Пускай еще немножечко подрастут, тогда мы их уже кинем в общий котел. В общий котел туда ко всем. Так, кто-то закрывается. Этих тоже нема. А кто тут? Сидит кто-то сейчас здесь. Опа, утки все здесь. О, друзья, вчера еще написали, это не кров, это у него... Чем старше он становится, тем больше у него будет здесь, как сказать, лысеть. Точно так и уточек. У молоденьких одни глаза, а чем старше, тем сюда идет лысеет, короче, у них. Все. Маркиз, что ты хочешь? Так, сегодня пока одно. Но я уже утром забирал. Не знаю, может, они еще и утром нанесли. Этот курочки. Да по-любому нанесли. Бараны здесь гуляют. Вот этот петух. Негодяй. Начал клевать именно маленьких цыплят. Утят, друзья, никто не трогает. Это очень хорошо. Вон они вышли. Травы им тут предостаточно. Она уже, конечно, подсохла. Это которую утром кинул. Ну, я думаю, кабачки им кидаю. Я думаю, все у них тут нормально. И еще, друзья. Вот. Вы слышите? Вон они, гляньте. Вот это я обратил внимание. День они посидели в сарае. Все. Гляньте, они не едят траву. Они ходят, мычат, мычат, мычат. Видите? Видите? Особенно Катька. Катька вообще привыкшая сидеть в одном месте. Ей хорошо. Ей принесли. Она не боится. Ей принесли травы, зерна, воды. Ей не надо никуда бежать. Она поела, полежала, подыхнула. Пришли, подоили. Ну, это сейчас пришли, подоили. А раньше вообще никаких претензий к ней. Насыпали поесть, попить дали. Все. Но я только что, друзья, был в селе, в этом, в соседнем. Меня там узнали. Короче, сейчас я попросил написать. Сейчас, секундочку, не могу найти где-то этот. А вы пока за козами понаблюдайте. Сейчас, одну секундочку. Все, друзья, нашел. И я сказал, что она подписчица, а я передаю всем подписчикам, которые ко мне подходят, привет. Оксана из Декабристов, вам привет. Она так обрадовалась, увидела меня, говорит, о, это же блогер Саня Новиков. Ну, мы так постояли немножечко, поговорили. Вы видите, жасминка что-то еще пытается поесть.
Ну, друзья, я их не трогаю, пускай они там сидят. И этот. И был еще, друзья, я у этой женщины, у которой мы взяли жасминку, и узнал. И ее сейчас нужно проглистовать. Договорился за козла я. У нее есть козел специальный. Завтра мы дадим с утра ей от паразитов. У нас все есть. И через определенное, ну там сколько, 20 дней, грубо говоря, осталось. И как только она придет в охоту, мы ее сразу поведем туда. Маркисон. Толстяк. Я их с Тайсонами называю толстяки. Трава есть у нас на вечер, вот полмешка. Ну, этого предостаточно, друзья. Плюс я им добавляю еще сена козочкам. Так. Что такое? Вот, пришли сразу бараны мои. Сразу пришли. Курочки. Друзья, еще... вчера были в лесу, я перед тем, как ехать, говорю, надо взять пару мешков, ну, по пару ведер кинуть песка. И уже выехали, я говорю, блин, а мешки забыли. Ну, уже знаете, как вертача неудача, поэтому я думал, сегодня кинем сюда цыпляток, и они тут будут в общем дворе все бегать, детвора такая. Правда, на осень, ну, ничего страшного, я думаю... Что ты хочешь? Что ты хочешь? Гляньте, они меня едят. Гляньте. Едят. Это такой Джексон шугливый, конечно. Это просто кошмар. Видите, Майкл подходит. Снежок подходит. Да, баран такой маленький. Иди, иди, на. Иди. Боится, хочет и боится. Боягуз такой. Ну иди, 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 иди. Иди, иди, боягуз. Этот, видите, он прыгает. А, маркиз. Гляньте, чик-чик. Вы видите, что творят? Что ты хочешь, баран? Что ты хочешь от меня? Вы видите, что творят? Все пришли ко мне. Утки и куры убежали. Вон. Не знаю. Ага, видно. Ходят курочки. Это соседские. Но они привыкшие, друзья, ходить здесь. Как сказать? Ну, по всей территории. Никто их не трогает. Смотрю, друзья, на семечки. Обратил внимание. Вы видите? Видите? Половину шляпок. Вон, вон. То ли горобцы, воробьи выклевали, то ли непонятно. Короче, семечки повылетали. Маркиз притворился козлом. О, видите, бодается. Что ты хочешь? Маркиз притворился, думал, что он тут козел, тоже ходит, бодается. Что творят? О, гляньте, гляньте, гляньте. Майкл, конечно. Мы с Катей, друзья, думали так вот, смотрели на Майкла и думаем, было бы так классно, если бы была бы козочка вот такая одна черненькая. Представляете, какая красивая? Да? Угу. Ну, козочек нету, ничего страшного. Курочкам насыпал и дробленки, и вот этого всего, ну, пшеницы с кукурузой. Что такое? Что ты хочешь? Гляньте, все идут до меня. Что вы от меня хотите? Что вы хотите от меня, мои бараны? Бодается. Ты чё бодаешься? Ты чё бодаешься? Это такой добрый маленький баранчик еще. Друзья, мы хотели оставить Майкла себе, но
Сейчас пока мы думаем. Пока еще думаем. Неизвестно. Посмотрим. Что ты хочешь? Ну, он такой любопытный, именно этот Майкл. Джексон, видите, за углом там стоит, боится. Ух! Маркиз только испугался. Не то. Сейчас будет. Маркиз хочет пообниматься. Курочки ходят, занимаются своими делами. Так, а сколько у нас? Раз. Ты чё бодаешься, ты, баран? Ты чё бодаешься, ты, баран? Ты чё бодаешься? Ты чё бодаешься? А тут боягуз такой. Да. Тикай, тикай, бодаешься. Ну, друзья, все, видите, вроде бы меня не видят, перестают орать, козочки. Вон они. Катька даже что-то жует, а Жасминка не видно. Ага, он стоит, смотрит на меня, увидела. Привет! Ой, ой. Ну, друзья, эти солнечные ванны принимают. Некоторые, гляньте, какие. Вот, раз, два. Штучек пять такие вообще хорошенькие. А этот самый меленький. Где он туда? Вот этот, да. Вот он. Архаровец. Ой-ой-ой-ой, друзья, вот такие вот дела. Съездил в магазин, все развелся. Катя говорит, надо куда-то съездить, походить где-то, потому что, ну, она говорит, надо тебя притормозить, а то я и то хочу начать делать, и это начать делать. Катя говорит, подожди, не спеши пока еще. Ну, а я понимаю, что да, сейчас пока еще спешить нельзя. Ой. Так что такие дела. Друзья, еще не сказал, забыл. Вспомнил только что про Баксика. Там написали люди, надо было его отпустить, чтобы он побегал. Друзья, здесь мы его иногда под присмотром отпускаем. Мы его не отпускаем в лесу. Почему? Потому что он у нас, кто давно подписан, может, знаете, помните, я говорил, что Баксик потерялся? Нету. Он такая собака, что он... Баксик, а ну иди сюда. Иди сюда, я сказал. Видите, он меня не слушает. Но здесь он еще более-менее. А в лесу он там запахи, он вообще становится неуправляемый. Поэтому его только мы водим, выгуливаем только на веревочке. Ну, на вот этой. У него есть там в Андреевке брат в нашей местности. Так хорошо, что у нас приученный на поводку еще гулять. Тот не приученный на поводку, пока маленький был, он с ними бегал. Но сейчас он повзрослел, запахи, то есть начал территорию метить, все. Он говорит, убежал, мы его еле нашли. Вот так и этого же. Мы тоже два раза чуть его, мы уже попрощались с ним. Думаем, все, Баксика не будет больше. А он приходил. А в лесу, друзья... Представьте, он убежит на 4 часа куда-то. Как мы его найдем? Вот поэтому мы его не отпускаем. Так что такие дела. Баксюш, а ну иди сюда. Иди сюда, я сказал. Домой иди быстро. Все, пошли. Иди сюда, я сказал. Вы видите? Видите, какой он? Сюда иди, я сказал. Быстро иди сюда. Сейчас будет еще рычать на меня. Володька боится. Я так когда ругаюсь. Иди сюда, я сказал. Ну быстро домой. Быстро. Гляньте. Все, пошли домой.
Домой пошли. Еще и рычит. Все, а ну иди домой. Заходи. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк обязательно, пишите комментарии. Всем пока.